Калі хто не ведае, гэта два антыподы палітычна-сацыяльны. Адзін з іх апазіцыянер са стажам, другі наменклятуршчык дробны са стажам. Вось яны пастаянна спрачаюцца наконт нейкіх надзённых тэмаў. Ну і ўрэшце адбываюцца такія драматычныя падзеі 19 снежня мінулага году, калі за краты трапляе не толькі апазіцыянер Грышка, але і быццам бы абсолютно лояльны да рэжыму Саўка. Уважаемые мои руководители, я сейчас все объясню, объясните мне. Я работал на участку избирательным, да не кем-нибудь, а целым председателем. Подсчитали голоса, живи и радуйся, дайте шапку и пальто, домой собравшие. Только вышел на вечернюю я улицу, от ОМОНа получил дубинкой по лицу. Но после ни последнего, ни первого Волтазак не закинули, як джировал. Я ОМОНу объяснял свою позицию, я совсем не отношусь к оппозиции. Вы, ребята, присмотритесь хорошенько, я такой же, как и вы, за Лукашенко. Я кричал, я клялся нашей властью верности, но услышали меня люди совсем ничего. Пассажиры автозаку, а остальные у грубой формы мне сказали, чтоб не ныл я. А еще мою жену забрали тоже, бо я на сестрой сидел по бедрожи. Только вышли с бабой, чтоб пойти в еще один, вместо этого поехали у Жойдина. Кто чужой, кто свой, ну не к оппозиции. Но жена теперь прыгнула к оппозиции. Если надо, от жены я отракаюсь. И не знаю, в чем, но если надо, каюсь. Только вы ж меня прошу, не увольняйте. Из насиженное место не сгоняйте. И я готовый подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел. Час иди, а Гришу еще не выпускают. Ну, конечно, Савелий пошел, ну, это все ж таки сябра. Пошел нести ему передачу в эту тюрьму ужасно. Песня называется «Грыша, я вышел из тюрьмы». Дорогая передача, я несу тебе в тюрьму, и при этом шуть не плачу, сам не знаю почему. Может, потому что ближе с каждым днем конец зимы. Может, потому что Грыша вышел из тюрьмы, Грыша не вышел из тюрьмы, Грыша не вышел из тюрьмы. На работе все нормально, ну понизили чуть-чуть, ну лишили премиальных, я утрапочку ношу. Я практически доволен, как практически все мы. Я практически на воле, среди зимних у тюрьмы. А вот Грыша не вышел из тюрьмы, Грыша не вышел из тюрьмы. Что они там шьют Егору, без парадки или что? Вот же гора, что на митинг он пошел. А у меня с женой плохо, нет, не помирились мы. Называешь меня лохом и глупцом во власти тьмы.
А вот Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы.